Трагический инцидент в Мекке. По меньшей мере 87 человек погибли и около 200 пострадали в результате падения строительного крана на территории мечети Эль-Харам. Это главная и крупнейшая мечеть в мире. В социальных сетях появились фотографии и видеокадры, запечатлевшие как сам инцидент, так и его последствия. Люди в панике и страхе пытались убежать как можно дальше от источника сильного грохота. Большинство жертв трагедии полагают саудовские СМИ, иностранные паломники. Инцидент произошел за 10 дней до начала главных обрядов хаджа к святым местам в Мекке и Медине. Они пройдут с 21 по 26 сентября. По предварительным данным, причиной обрушения крана, который использовался для работ в рамках масштабной реконструкции, стали сильные порывы ветра. К месту происшествия съехались бригады спасателей и медиков. Больницы Мекки и все городские службы переведены на чрезвычайный режим работы. А в Италии начнет извергаться вулкан Везувий, что приведет к многочисленным жертвам. Вот это известно, когда там огонь приблизится к большому новому городу. Большой новый город – это не Нью-Йорк, как часто там пытаются сказать. Вот он предсказал 11 сентября. Да это Неаполь, Неаполис, Везувий. Он у подножия Везувия стоит, этот город. Hello, everybody. Internet, so that you can get your products and services to your customers. It means promoting exports, because the more our businesses export, the more they produce. Unless we harness the potential of every American and ensure that their skills match up to the work of the future, we cannot sustain. Oops. Was that my? Oh, goodness. That's all right. All of you know who I am. But I'm sure there's somebody back there that's really nervous right now. Don't you think? They're sweating bullets back there right now. Where were we?